Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в Watch Dogs. Так, сейчас мы в убежище заходим. В убежище, запомните, а не в уебище. Так что едем, едем. И выше, и выше, и выше. И вот мы прибыли. Давайте, у нас там, если я не ошибаюсь, у нас нападение должно быть на сие убежище. Давай, рассказывай, что ты хочешь свалить. Ну что, ты все? И сам справишься. Вроде бы да. А сама-то ждала, а меня? Ну ладно. Я понимаю, ты испугалась, все дела. Вовсе нет. Смысл мне оставаться? А смысл тебе уходить? Не лучшая твоя попытка. Мне нужна помощь. Сказал, наконец-то. Давай. Твоя помощь. Конечно. Команда? Да, команда. Непривычно, наверное. Очень. Ну давай. Через бордюр ее наклонил и чпокнул. Сама же хочет. Сама же хочет. Нет. Да и ты не женат. Так что. Ну, начнем. Начнем. Ага. Давай. Посмотрим, что у вас там интересного. Так. Что у нас тут интересного? Навык улучшенный позволит быстрее выявлять цели с самыми высокими наградами за взлом. Хорошо. Айпи точно сюда вел? Да, где-то наверху. Вопрос, как туда попасть? С помощью камер. И где? Так. Смотри, какую сеть провели. Это не просто уличная банда. Так. Теперь где-то тут что-то открылось. Опа. Серьезные парни. Ну и крепость. Просто так не просочиться. Давай. Молокососы хренные. Что они знают про жизнь на улице у тебя? Крутить могут. Я видел. Там все круто. Но прикрытие никак. Баян. Ну и что? Давай, давай, давай. Баян. Мне главное добраться. Поэтому маска мне ни к чему. Маска ни к чему. Угу. Будущее за мной. Я же у тебя был, надо было сразу к тебе идти. Господи, сколько вас здесь много. Вы недоделанные. Вы что там с лифтом мутите? А, слышите, да? Блин, я так и не нашел. Ну ладно. Вот оно. Давай. Продолжайте, ребята. Господи, это старуха. А, фу, какая гадость. На, деньги. Господи. А ты кто такой? Гордость своей школы, возраст 18. Начинающий... Фу, воспитательница. А, училка, понятно. Синие училки такие. Господи. Там еще в лифте кто-то, кстати. Так, ладно, не та камера. А, нет, вот. Нам на эту камеру. Да, блин. Слышать слышим, а где чего? Не видно. Ё-моё. Вот здесь вот, по-любому.
Да, хрен с ними, с кучкой извращенцев. Так. Вот, взломали. Так, так перегнул. Так поставить. Надо. Что-то я не понял. А, вот. Так. Мне как надо сделать-то? Так, чтоб сюда пошло-то, по-любому сюда. Здесь-то без проблем. Вот так. Блин, они продолжают, что ли, там? Давай. Так, что... Давай. Камера. Ну вот, еще они легко улучшаются, чувак. Нам надо бы настроить их на новые типы карты. Не парься. Блин, мне наверх, да, надо? Ну, что-то не пойму. Так. А вот, вот она, вот она. А это вот они. Давай, давай. А, извращенцы. Пагубные. Ладно, мы здесь не за этим. Так, как? Куда нам? Вот сюда. Да хорош. Сюда. Взламываем. Так. Сюда. Что-то не понял. Вот так. Перехваченный звуковой файл. Тут действительно кто-то жил? Скорее умер. Да. На каждом углу теперь ПК, так что любую мелочевку заметут как два пальца. Вот так вот. Жопа такая. Ладно, хрен с тобой. Самое то. У тебя? Господи. Да чего они? Фу, какие противные. Так. Так, мне надо вот это взломать. Ну давай, пойдем тогда. Куда нам? Ну, далековато мы идем. Сюда пришли. Сюда. Роль ставни. Ага, мне не сюда, мне вон туда надо. Да вы запарили? На каждом углу там нахрен. У вас что, мыслей больше нету никаких? Ну это-то ладно, 18 лет, но эти-то... Вот. Я проследил айпишник до той комнаты. Электронный замок. Блин. Вот, вот он. Ключ в жетоне Эрика. Никто тебя не горбанет, чел. Давай боссу трубку. Ну, нужно время. Так что тормозишь? Бэтбак, тащись сюда. Да. Откуда я просто подумал. Так не пойдет. Помнишь бульдога бабули? Мелкого урода. Тупица?
всегда прибегал, ты только позови, да? Только еще он вечно ссался везде. Да, да. Сечешь? Ну? Гнул, не сечешь. Короче, от тебя одни убытки. Как думаешь, что важнее? Дела или ты? Это мистер Квин. Дела. Квин! Я поставил вас торговать и охранять, мистер Ирак. А вы украли список гостей. Меня нагреть не выйдет. Ио, ты что-то путаешь. Договор был другой. У нас деловое сотрудничество. Твой гость, мой гость. Слушай, давай перетрем на аукционе. Не будьте фредкой, мистер Ирак. Мы таких просто убивали в свое время. Да пошел он в жопу, лепрекон сраный. Че за фредка? Эй, это хорек. Умный такой. Хорек. Давай. Дебил. Вот так вот друзей теряют. Что-то надо. Все. Вот и поговорили. Да, я смогу зайти. Ага. Хрен там. Блин, ладно. Вот такой был сюжет. Трахающийся. Я не знаю, как попасть в этот бункер. В комнаты тем более. Замки на дверях, и те закодированы. Тот же Артрест, Бедбак. Он мне поможет. Поможет? С чего бы это вдруг? Уверен, еще одна ошибка, и он получит пулю в лоб. И когда облажается, я это запишу. Шантаж — лучший способ найти союзника. Давай, я помогу ему облажаться. Не играть аудиофайл, трек, нахрен. О, вот, говорил же, где-то что-то было взламывать. На прошлом видео-то. Все взломать. Мало ли что здесь. Так. Мне куда? Где тут выход-то? Твою ж мать, забежал да еще не на ту лесенку. Что это такое? Это опять что-то с проститутками связано. Вот, блин. Ситуация усложнилась. Да, наверное, что-то с проститутками связано было. Найду. Точно. Наберусь терпения. Наберись. Пока что Бэк-бак. Бэк-бак. Давай. Так, где у нас находится сраный район? Вот он. Да, сейчас, ага. Поеду я туда. Сервак за толстой дверью. Охраняет куча бандюков. Теперь понятно, зачем мне помощь. Знаешь, как туда войти? Я думаю. Дай поговорить с Ники. А шуму-то было. Эйден. Привет. Мы уже близко. Подожди. На, наконец-то тебя Павла прижала. Его послушать, так вы не разлей вода. Не верь ему. Это в прошлом. Ники,
Не надо его слушать. Думаешь, выдаст твои секреты? У меня их нет. Да ладно, Эйден. Думаешь, я в это поверю? Я твоя сестра. Именно. Сестра могла бы сделать скидку. Да что ты? Твой друг взял меня в заложники, а я делаю скидки. Ну, не сгущай краски. В самом деле. Блин. Отвлекся. А я и забыла, какой ты у нас чудо. На сестричку. А еще ранимый. Хватит, детки. Надеюсь, твой план сработает. Ники в тебя верит. Да, да только тебе будет кранты. Ну-ка давайте-ка посмотрим, что у нас здесь. Где у нас взломать? Куда ты ведешь столько лет? Дорога и ненужных побед. Сюда. Ага. Блин. Вот такая ерунда. Думаешь, поможет? А теперь еще вон там надо открыть. Вот так. Давайте посмотрим, что это за человек. Твою ж мать-то. Не хочу я это смотреть. Блин, пошел от извращенцев к извращенцам. Господи. Стоило оно того. Твою ж мать, что это за... Ё-моё. Там-то ладно, хоть своего кореша видел, который мне помогал в самом начале. Убил кого-то там. Среди трупов там кофе пил. А это-то... Ну-ка, может здесь получше. Давай. Взорвать. Нет, мне не надо взрывать, мне надо взломать. А ты на этом, да, конце? Вот так. Куда нам? Так. Получается, мне сюда. Первая есть. Вторая. Ага, нет. Господи. Вот так. Так, не так. Первый проводник мы сделали. Второй проводник вот так. Или не так? Нет, не так. Подожди. Так. Оба вот так. На первый конец мы пошлем посюда, по второму мы пошлем посюда. Тогда получается вот так. Послушай-ка, мистер Всемогущий, думаешь, раз ты ведешь свое шоу, то твое мнение важнее, чем мнение других? Вот что я тебе на это скажу, козел ты напыщенный. Тебе не давали права отпускать шуточки. Что, я самый обычный ЛГБТ. Человек, как и вы. И прав у меня столько же. ЛГБТ, блин. Я же говорю, извращенцы. О-о-о. Да. Хочешь что-то хорошее узнать, а в итоге, как всегда... Заткнитесь. Тихо. И еще разок. Вот. 9 косарей подняли. Район не потянет. А, Тайрон.
вариантов особо нет. Мелкая сошка, но есть что терять. Боится своей тени. Тщеславен, но ленив. Ладно, начнем с мобилы. Поставлю прослушку. Запишу его разговоры. Ну, давай. Так, мне что надо? Мне надо его найти и прослушать. Блин. Так, ладно. Взломали случайно, не то. Давай посмотрим. Защита-то такая еще. Что у нас здесь имеется? Угу. Так. Предположим. Так, мне сначала надо вот эту разблокировать-то. А она разблокируется с двух сторон. Вот так вот, наверное. Блин. Так, это мы поставили. Теперь нам это не нужно. Да и это нам особо не нужно. А как нам быть? Как нам быть? Вот так. Ты сказал, что отвезешь меня. И что у тебя за важные дела внезапно? Дела, бабуль, работа. Работа наша. А что не сказал? Тебе не понять, ба. Так. Ясно, опять твои темные делишки, Бигба. Хватит, бабуль. Что за слово, дурацкое? Бабуль. С кличкой круче. Чем же? Ну там, бедбак по тёлочкам мастак. Какая гадость! Я не так тебя воспитывала. Слушайся. Бабку. Иду. Мне пора, бабушка. Люблю. Пирожки не забудь. Я тебя тоже. Хоть ты дурак набитый. Посмотрим, что на тебя можно накопать. Ты даже ничего не заметишь. Совсем свихнулся, парень. Если вы думаете, что я вон в ту бешеную машину сяду, то вы ошибаетесь. Тут везде. Ты знаешь, что покупают и продают. Значит, рулишь. А если кто обнаглел, приведут к тебе. Ну что, замолвишь за меня словечко? Ну, не знаю. С чего бы? Я тоже хочу рулить, чувак. Ну же, я тебя отвезу, куда только скажешь. Я же всегда вовремя, Пи. Я тебя ни разу не подводил, чувак. Да. Давай. Вот потому поторчи пока там. Ну, если по чесноку, хочешь подняться? Я, конечно, ничего не говорил. Но Ирак сейчас занимается Паркер-сквер. Я перетру. Может, возьмет тебя? Да. Потише. Вот, блин, разборки будут.
будут. Походу, Ирак тут все перекрывает. Так. Ну это же мы, гляделки? Нет, солдаты, чел. Помнишь, Флай с парнями исчезли? Залупались. Ирак их сам в расход пустил. Я знаю, помогал закапывать трупы. Слышь, тише давай, пацан. Твой братец чуть что начинает параноить. Буду говорить, что хочу. Что, у тебя тоже паранойя? Только когда ты рядом маячишь. Вот. Видел эту хрень? Как раз то, что мне было нужно. Если Ирак это услышит, Битбага закопают заживо. Ну так. Че, мне дальше его преследовать? Зачем? Компромат-то у меня... А, мне же надо еще показать, что у меня есть на него компромат. Девочки. Спасибо. Береги себя. Не вопрос, Би. Так, что мне теперь? Преследовать тебя. Блин, пешку вам придется. Давай. Блин. Вас заметили. Не надо было, чтобы нас заметили. Но я хотел его еще, кстати, кокнуть. Ой, кокнуть этого, прибить вот сейчас только что этого. Давай, ну ладно. Сейчас-то я хоть знаю, куда он пойдет. Давай. Помехи помехуют. Сейчас доведем его до определенного момента. И будем брать, я так думаю. Правильно? Он даже не в банде. Завалили у родного дома. Карты достал? Да, Би. И пин-коды? Все достал. Что с долей Ирака? Забей на Ирака, обо мне думай. Забей на Ирака. Ох, зря ты это наговорил. Следующие. О, сики! Большой Би идет! Йоу, че как, Ви? Можно мне к Литл Джусу? Да-да, конечно. Одному. Ну можно, мам. Вот дебил. Закупаешься? Да. Все готово. Как думаешь, они догадываются? Не, и походу Ирак у клуба не в почете. Ха. Клуб теперь мои клиенты. Когда буду рулить, про тебя не забуду. О, захочет опрокинуть, да, Ирака? Ты как крысы-то какие они. Давай уж. Ирак всех напарит. Стой, 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 стой. Нам, блин, с этим чуваком еще поговорил. Давай. Кролик, чё как? Для тебя есть новости. Важные. Ну так, скажи. Не сейчас, бро. Забьемся. Бабло есть? А то. Зачем? Ну так, инфа дорогая. Но стоит того, блин. Еще посмотрим. Давай. Все, ты мне... Не нужно следить за тобой или надо? Какого черта? Ничего, играем. Да, я...
я видел. Вы должны были следить тут за всеми, и вот что надо было делать. Может мне позвонить Ираку и сказать, какой херней вы тут заняты? Да нет тут никого, Би. Все подтвердят. Тут все тихо. Пока что тихо. Хорошо. Опа. Кролик. Ну, что там? Короче, за 5 сотен скажу. Это чё ж за инфа таких бабок стоит? Та, которая типа может спасти тебе жизнь, чел. Ты мне чё, угрожаешь? Ты чё, края потерял? Думаешь, Ирак ничего не узнает, охренел? Чел, Ирак? Реально? В Ираке всё дело, мать твою. Ладно, ладно, ладно. Расскажи, что знаешь. Выкладывай. Всё просто. Скоро тебя вызовут на завод, а там завалят нахрен. Эй, чё за херня? Эй, 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 эй! Ты чё творишь, чел? Божья могила. Какого хера? Так. Кролик тащит у Ирака. Увидишь гада? Вали его. Погнал, Ви. Всем пиз. Помогите кролику сбежать. Ну, для начала надо хотя бы немного... Блин, а куда тебя вести-то? Это слишком далеко. Ага, я и выйти не могу. Кто здесь? Тот, кто спас твою шкуру. Договоримся, вытащи тебя отсюда. Какой завод? Так, так, выведешь, тогда все и скажу. Ладно, слушай меня. Так. Как ты жить охота? Блин. Давай, сейчас подожди немножко. Какого черта? Заткнись. Окей, иди. Да. Иду. Так, подожди маленько. Мне тут надо разобраться. Ну зачем? Тихо. Давай. Я с вами по-другому поговорю. Еще. Давайте, вы туда, я сюда. Эй, Вася, нам позарез нужна помощь. Хитрожопый засранец. Давай. Решил убрать бедбага.
теперь перейти туда и все разруливать. Ой, ну это-то легко, я уже выехал. Уходите, ушел. Рядовые для Ирака ничего не значат, но в бандах слабость не прощают. Я видел такое не раз. Не рассчитал силы, отправился в расход. Но если все прокатит, Бедбаг будет в фаворе. Ирак ценит тех, кто выслуживается. Станет доверять. Ну что ж, на этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки, оставляем ваши комментарии. Увидимся в следующей серии. Пока!